войн было на территории постсоветского пространства. Я говорил со многими людьми, которые были учителями, занимались сельским хозяйством, рабочие на стройке, жители Карабаха, которые сказали, мы никогда не знали, что мы воины. Но когда беда пришла в наш дом, война нас научила воевать. Где была война от мобилизования всего населения? Я ни в коей мере не приветствую ни одного регионального конфликта, но когда люди воюют за свою землю, они быстро учатся воевать. Это трагический опыт, в том числе и нашей страны. Великая Отечественная война. Конечно, война...